Хорошо. А? Че? Че я? Это кто? Кто это? Это кто? Кто это? Егор? Какой Егор? Товарищ Егоров, инвентаризация. Инвентаризация. Еще пока нет. Кто пьет? Товарищ, капли в рот, второй месяц. Маленькая была. Это Федя, уборщица на меня наклепала. Она сама едет тебя, мухи. Я не ругаюсь. Это у меня поговорка такая, едят тебя мухи. Каюсь в последний раз. Будет исполнено. Аккурат, как говорите, вот как сказали, так будет исполнено. Так будет исполнено. Есть, слушаешь, так есть, хорошо. Какие еще будут указания? Пожалуйста, все хорошо. Звонит. Вы знаете, что орёт. Молодец, сам орать умеет. Только не положено в силу несправедливости судьбы. Пью. Едят те мухи. Пью. Может, второй месяц, не знаю, что она водкой себя представляет. Может, 2 недели, не знаю, какая она на вкус. Может, у меня с утра капли во рту не было. Пью. Едят те мухи. Пью. И все. Картин с изображением растительности. Шестнадцать. Картин с лебедями и прочими птицами. 68. Пепельниц пластмассовых. 91. Ламп настольных 297, к ним абажуров 3. Сейчас вызову Феню уборщицу. Уволю к чертовой матери по собственному желанию.
Но мы завхоз не фигура. Не представляете ли, сколько еще гадости я могу сделать. Закурим вот что. Мы люди не гордые, мы беломор курим. Комендант, конечно, он казбеком дымит. Дешевле он курить не может. А я в этой коробке так вон гвоздики храню. Курортные, это директор курит. А у меня в этой коробочке так вон, кнопочки, да скрипочки. Северная Пальмира. Откуда у меня такая коробка? Замминистра оставил. Живут же люди. А мне бы так. Так нет, этим местом не вышел. А этот темная личность раскакался, понимаешь, по горам Кавказа. Ну и все правильно. Этот на лошади, а эти на мне ездят. Лызин то, лызин это, лызин, 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 лызин. А жизнь идет, а музыка играет. А кто-то на курорт ездит, портвейн 10-й номер пьет. Ой, могла бы моя судьба повернуться бы ко мне другим местом, а? Тогда бы я только бы об одном человеке бы думал. Только бы об одном. Об себе. А? Может же такое случиться? Ой, может, еще как. Сижу это я у коридора или ввертываю в приемной лампочку. Мимо проходит директор. Товарищ Лызин, ввиду вашей исключительной работоспособности, назначаю вас комендантом. И вот я уже есть. Комендант получаю 90 и дядя Мухи 8. В своей уютной квартире предаюсь всяческим мыслям. Звонит телефон, я небрежно снимаю трубку. Алло, кто меня беспокоит? А? Егоров, я, понимаешь, отдыхаю, а вы меня, едите мухи, беспокоите? Звоните завтра в 12:00. Вызывай себе фенюборщицу, Нюрку, лифтершу, дворничуху и всех выгоняю. За что, Николай Романович? Пожалейте, у нас детки, у нас семьи, а из уважения к себе не могу. И тут опять меня вызывает себе директор, заявляет, ваш Лызин, из вашей героической работоспособности назначаю вас своим заместителем. Вот я уже и заместитель, получаю, едят тебя мухи, 197 едят тебя мухи с мелочью. В мягком международном бесплацкартном вагоне еду на юг. Соседи интересуются. Блин, у вас знакомое лицо. Где там у вас едят-то мухи могли видеть? Ау, в газете, в кинохронике. Меня неоднократно снимали по указанию правительства. А поезд мчит на юг. И вот я уже там, кому лошадь подали... Лызину кто теперь на вороном коне? Лызин теперь на вороном коне. Но пошла, поехала. Посылай телеграмму на службу. Уволить всех, кого не успел уволить. Иди, бей. И вдруг мне депеша. Прессисне. Казбек Лызину, слезай, приехали. Товарищ Лызин, он самый. Николай Романович, да, мы. Николай Романович, а что вы бы сказали, если бы мы назначили вас директором? Сказал бы, давно пора, и вот я уже есть директор. Получаю, идите, мухи. В комиссионном магазине покупай себе койку красного дерева, конечно, двухспальную. Вот доспальню мне теперь делать нечего.
завожу себе машину, жену и собаку. Тузик, служи, ходи на задних лапках. Я ходил, теперь ты ходи, будь человеком. Самолетом лечу, Карл-Варри. Топлю Сузекина, Кузнецова, не думает начальники отделов спокойной жизни. Нет, и всех на дно. И тут меня вызывают, неважно куда, и назначают меня, неважно кем, но уже будь здоров, и вот я уже есть в министерстве, самый что ни на есть, стою и ни хрена не делаю. Слушай, милый, милый, колбасянцы, это как тьфу на вас, тьфу на вас всех, тьфу, да, слушай вас, кто это, Егоров, какой Егоров, я вас давно уволил, а, вот так запросто взял, да и уволил. Товарищ Егоров, инвентаризация, пока еще, нет, еще пока, кто пьет, кто, капли в рот, второй месяц, капли в рот, маленькая есть, бухгалтерию, зачем, за непригодность, товарищ, не дали развернуться. Идет тебя мухи.